Что посеешь, то и пожнешь. В районах республики скоро начнутся весенние полевые работы. На расширенном совещании с главами муниципалитетов обсуждали готовность к посевной кампании. Вся посевная площадь под урожай 2017 года составит 585 тысяч гектаров. Это на 8,7 тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 320 тысяч гектаров. В структуре посевных площадей более 50% занимают зерновые и зерновобовые культуры, 38,5% заняты подкормовыми культурами, под картофель 5,4%, технические культуры 3,7%. По данным Минсельхоза Чувашии, объем государственной поддержки агропромышленного комплекса республики в этом году увеличился на 6,5%. Глава Чувашии заострил внимание руководителей муниципалитетов на проблеме ввода в оборот необрабатываемых земель сельхозназначения. Так, в прошлом году по республике введено в оборот 27,5 тысяч гектаров из выявленных 92. Сергей Артамонов, в свою очередь, заверил, что министерство проведет работу в данном направлении. Все неиспользуемые земли будут изъяты и введены в оборот до конца года.